1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Только по официальным данным, во Фрунзенском районе Петербурга зарегистрировано почти 3000 носителей ВИЧ-инфекции. Официальная статистика, данные которой считаются верхушкой айсберга, сегодня пугает. В районе ежегодно выявляют около 200 человек с вирусом иммунодефицита человека. Обследования бесплатны в любой купчинской поликлинике. Кроме того, сдать кровь предлагают на специальных выездных акциях. Врачи отмечают, среди путей передачи в настоящий момент лидирует половой путь. Однако провериться мало кто спешит. Потом уже проходит несколько лет до того, как у человека начинают проявляться симптомы СПИДа. Все выявленные носители вируса наблюдаются в Санкт-Петербурге в городском центре СПИД. А жители Фрунзенского района имеют возможность прийти и в специальный диспансерный кабинет на базе 109-й поликлиники. Там их регулярно обследуют и бесплатно выдают на руки специальные препараты. Если они проходят правильно терапию, получают, да, то вот эти все осложнения, которые вызваны срывом иммунной системы, они у них не развиваются, потому что вирус заглушен терапией. В противном случае любая болезнь может стать для зараженного смертельной. На фоне СПИДа были зафиксированы летальные исходы от туберкулеза, гепатита, пневмонии. Сдавать кровь на ВИЧ врачи призывают хотя бы один раз в год.